Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю сделать со мной такую необычную елочную игрушечку. Делается она легко и просто. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобится пластиковый стакан, клей, простой карандаш, ножницы, бумага с блестками и цветная бумага. Берем лист бумаги зеленого цвета, пластиковый стаканчик, карандаш. Обводим стакан. Далее берем ножницы и вырезаем. Теперь мы начинаем ножничками вырезать по кругу. Вот что у нас должно получиться. Пружиночка. Из бумаги с блестками нарезаем шарики. Берем клей и аккуратненько начинаем приклеивать наши шарики на нашу елочку. Из бумаги с блестками вырезаем звездочку. Приклеиваем звездочку к макушке нашей елки. Сгибаем макушечку немножко. Наносим клей на макушку с обеих сторон. Далее берем ленточку. Наносим клей с двух сторон. Вот что у нас с вами получилось. Смотрите, какая интересная елочная игрушечка получилась.